наш вермикомпостер и кормим червей. Открываем крышечку, смотрим, как дела. Прошло около 5 дней запуска. Видно, что в принципе весь торф они уже переработали. Но я ожидал такого результата. Торф верховой нейтрализованный, для них пригоден в пищу. Они его очень любят. Вот даже вот я смотрю, что было спаривание. Я ребятам помешал. Ребята, извините. Что дадим червячкам? Итак, испитый чай. Да, чай, заварка. Все, что от нее осталось, максимально выжил полезного для себя. И отдаем червям. Да, они ее очень любят. Дальше. Яблоко, которое подгнивало, я его заморозил. Прямо целиком закопаем. Пускай здесь лежит. Далее у нас идет очистки от огурца. Тоже они его с радостью съедят. Все сюда кладем. И вот даже кусочки самого огурца тоже положим в разных местах, пускай едят. Да, самое сладкое, то, что они любят, это шкурка банана. Я ее заморозил предварительно. Она оттаяла сейчас. И это вообще кладезь сахара. Они ее просто обожают. В принципе, на сегодня это все. Посмотрим, как они все это будут дело переедать. Обязательно я сниму видео, покажу через дня 3-4, что происходит. Присыпать не буду. Чуть-чуть я сейчас водой еще сбрызну, но в принципе все достаточно сочное, может быть даже и не буду. Это самый основной корм, что можно давать. То есть очистки от различных овощей, фруктов. Нежелательно давать что-то кислое, цитрусовое. Нежелательно. То есть можно, но нежелательно. Предварительно лучше, конечно, заморозить или сделать из этого компост. Потому что это достаточно сильно кислые продукты все равно для них. Потом можно яичную скорлупу добавлять. Но пока я этого не добавляю, у нас только первые этапы. Ну и то, что было первое попавшееся под рукой, им дал. Будем смотреть, наблюдать. Закрываем крышечкой. Ставим в наше любимое место. Проверяем наших червячков. Открываем вермикомпостер. Сразу скажу, запах мухи и так далее. Запах отсутствует. Мух, мушек, грибных комариков. Ну, можно даже увидеть, никого нет. По поводу других обитателей, клещиков и так далее, можно заметить, что они есть. Это нормально, они будут всегда, они все участвуют в процессе переработки наших отходов. Я, конечно же, не удержался, уже что-то покидал сюда. И прошла у нас неделя с того момента, как я показывал добавление сюда различных отходов, в виде шкурок от банана, вот яблоко начинает гнить. Про запах скажу, вот если наклониться близко-близко, конечно же, он есть, но когда все накрыто крышкой, вермикомпостер стоит у меня прямо под столом рабочим, то есть запахов нет абсолютно никаких. Червяк ни один не погиб, не убежал, все прекрасно, все хорошо. Вон шкурку убираем, они сидят. Сейчас даже пошевелим. Сочный, жирный, вкусный червяк. Никаких проблем. Во. Им тут, естественно, нравится. По поводу, еще одно замечание по поводу того, как правильно кормить, добавлять сюда питание. Вот у меня тут кукуруза в банке была, испортилась, и я отдал червям. Конечно же, лучше все это дело прикапывать. То есть я в прошлом видео показывал, что кладу сверху, но лучше прикапывать. Ну, можно и так, но эффекта будет больше, если вы будете прикапывать. Вот таким вот образом. Червя здесь немного, еды я добавил немного. Если количество червя увеличить раза в 2-3, то перерабатывать они будут, конечно же, эффективнее и гораздо больше объем. Ну а так как идет, так идет. В принципе, меня все устраивает. Червь будет в любом случае плодиться, его будет больше. Соответственно, перерабатывать будет он гораздо большее количество пищевых отходов. Ну пока оставляем, наблюдаем, смотрим, что будет дальше.